Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Черновалова. І сьогодні ми говоримо про жіночу красу. А саме про «Міс Одеса 2021». І конкурс вже відбудеться 10 грудня. До нашої студії сьогодні завітав президент Національного комітету «Міс Україна Південь» Тетяна Савченко. Здравствуйте. Вітаю вас. Отож, хочеться розпочати з нововведень, тому що конкурс не проводився вже 2 роки. Отож, скільки буде учасниць? Який був кастинг цього року? Итак, действительно, конкурс «Мисс Одесса» – главный конкурс города, как и многие проекты по всему миру, связанные с конкурсами красоты, приостановил свою деятельность в связи с тем, что в мире у нас бушует пандемия. К сожалению, она еще как бы продолжает распространяться, и мы вынуждены были проводить онлайн-кастинги. За этот период очень много было заявок от участниц. А участницы были из разных и городов страны, и Одесса, Одесская область. И так как в этом году мы не можем сделать очень широкий, масштабный по составу наш конкурс с названием «Всемирная», как мы обычно делаем в последние годы, мы приняли решение, что в этом конкурсе будут участвовать девушки южного региона страны, потому как у нас есть такой титул, как «Мисс Украина Юг». И заявок было очень много, но с новыми правилами возрастного ценза, я сейчас расскажу о них, нам пришлось разделить вот все заявки на девушек от 16, иногда в 14, в 13 отправляют. Но мы их, конечно же, всем говорим, что нужно подождать. То есть у нас есть участницы до 20 лет, и вторая группа – это 21 год и старше. Так как площадка, на которой будет проводиться конкурс в этом году, необычная, новая, интересная как локация, это самое большое арт-пространство в Украине на сегодняшний день, это казино «First», то возрастной ценз участниц мы приняли такое решение сделать от 21 до 26 лет. То есть вся молодежь, более юное поколение, мы им сказали, что скоро 22 год, пожалуйста, вот, возможно, вот так сложится, что все будет хорошо, все будет спокойно у нас с эпидемической ситуацией, мы сможем вас пригласить, ждите пока вот и готовьтесь. Поэтому в этом году у нас участницы Одесса и Южный регион. Конкурс будет проводиться, как вы уже сказали, 10 декабря на арт-пространстве казино «First». Это ближе к Аркадии, в хорошем месте, где, кстати, в 906 году еще прошел в той стране, в которой жила царская Россия, в нашем городе, в Аркадии, тоже прошел первый конкурс красоты. Поэтому вот в этом году такие новшества. По условиям участия все девушки, которые вошли в состав, мы старались выбрать тех, кто стремится развиваться, стремится очень, ну, вообще целеустремленные дамы. Мы всегда стремимся, чтобы тоже сами, как оргкомитет, готовить и выбирать тех, кто не просто придет на конкурс на один вечер, да, и потом уйдет, а мы все-таки стараемся выбирать тех, кто готов дальше работать, кто готов дальше представлять наш любимый город на национальных, международных конкурсах красоты, форумах женских, на фестивалях творческих. Поэтому в этом году возраст 21 до 26 лет. Сколько участниц? Я могу сказать, что на сегодняшний день тоже опять-таки принято решение, участниц будет 15 человек. Тоже жесткий был отбор, конечно, но тем не менее, вот мы остановились на вот этих девушках, они уже у нас репетируют, идет сейчас подготовительный такой активный период, шьются абсолютно новые, интересные, красивые, яркие костюмы, которые, конечно же, привязаны к локации, где будет проводиться финал. Идут примерки платьев, вечерних платьев. Идут примерки и подборка аксессуаров. Это все то, что, чем будут наполняться конкурсные выходы участниц. Но и что мне хотелось бы сказать, что вот в этом году очень много мотивации для девушек и привилегий. О чем я хочу сказать, что 10 декабря – это день прав человека. Это праздник, который отмечается, был учрежден когда-то Ассамблеей ООН. И так как в этот день этот праздник, мы понимаем, что это и права женщины, и права девушек в том числе.
Поэтому мы под этой эгидой вместе с ассоциацией лидеров устойчивого развития проводим для девочек очень много мастер-классов, учебных программ, которые позволяют им шире, может быть, посмотреть на их будущее. То есть наша программа, как бы, это против насилия в семье, особенно против бытового насилия, с которым часто мы встречаемся, общаясь с более старшим поколением, а иногда, к сожалению, это и происходит с более молодым и юным поколением. То есть и мы хотим показать и рассказать, вот все женщины-лидеры, что самое главное, не надеяться на то, что ты молодая, юная и красивая. Это очень хорошо, это отлично. Если у тебя еще и семья дала воспитание и правильное отношение к жизни, это великолепно. Но иногда, вот, знаете, новая обстановка, новые люди могут позволить девушке, женщине больше познать и понимать, как реагировать на те или иные ситуации, что нужно не терпеть какое-либо бытовое насилие. Нужно все-таки развиваться самой, быть интересной обществу самой и, конечно же, быть интересной своему близкому человеку. Цього року Міс Україна, яка проводилася, опинилася під загрозою, тому що організатори не могли знайти 25 красунь, які без нарощеного волосся, татуювань, наколотих губ. Чи була проблема у вас з цим, та чи були такі правила у вас ось цього разу? Я думаю, что эта проблема не у нас, это проблема в целом в обществе. Потому что если вы посмотрите сегодняшние соцсети, особенно Инстаграм и так далее, то мы увидим, листая картинки, я, кстати, этим не занимаюсь, это мне мои менеджеры рассказывают, там в основном все девушки, которые представляют себя или, как мы говорим, продают себя через соцсети, конечно же, имеют не внешность натуральную, а больше, то есть это достаточно заметно, когда есть татуировки, когда есть там перекачанные губы, и так далее. Я не хочу говорить, не хочу никого обижать, потому что действительно бывает ситуация, когда человеку это нужно сделать для того, чтобы исправить какой-то изъян, который был при рождении. Но Мисс Украина, которая в этом году, у нас новые владельцы проекта Мисс Украина, они приезжали в Одессу, мы с ними тоже долго об этом говорили, что действительно со всей Украины, все, кто приходил, очень многие девушки, это те девушки, которые уже себя самовыражают через вот какие-то там рисунки по телу. Почему это хорошо или плохо? Если ты живешь своей жизнью, пожалуйста, никто не будет это осуждать, это модно, это современно, это нормально в сегодняшнем обществе. Но если ты хочешь дальше, например, делать карьеру в модельном бизнесе, в серьезном модельном бизнесе, я имею в виду международную карьеру, либо работать с крупнейшими брендами как в Украине, так и за рубежом, то нужно понимать, что у тебя могут возникнуть ограничения. Например, любой бренд, дизайнерский бренд, когда отшивает коллекцию одежды, и он хочет, чтобы девушка, модель вынесла на подиум его коллекцию, а не, например, то, что написано у нее или изображено там на плечах, спине, ну и других частях тела. Поэтому сегодня дизайнеры, крупнейшие дизайнеры, они как и выбирали чистое лицо, чистое тело, так они и стараются выбирать. То есть это уже значит, что если это будут купальники, например, то ты уже не всегда можешь выйти на подиум. Поэтому вот эти ограничения, они есть, существуют, поэтому и Мисс Украина приняла решение только за натуральную красоту. И, конечно же, мы всегда были за эту позицию. А тепер безпосередньо про конкурс. Ви сказали, що підготовка вже триває. Угу. Що ж готують учасниці? Це будуть конкурси талантів, візитівки, дефіле, я так розумію. Що з цього року, можливо, є тут також якісь нововведення? На самом деле творческий конкурс «Талант», конечно, будет, но это не значит, что каждая участница, кто к нам приходит, она талантлива в чем-то таком, что можно представить в виде шоу-программы на сцене.
Поэтому из всех талантов, которые наши девушки показывают и рассказывают о них, мы выберем самые лучшие номера, которые могут быть представлены на сцене в виде шоу-программы. И эти номера будут оцениваться исключительно для такого титула, как «Мисс Талант» проекта «Мисс Одесса». Поэтому таланты будут они, кто может, тот готовит, у кого пока, может быть, не раскрылся, или такой талант, который невозможно показать в виде шоу-программы, мы просто это учитываем и не берем шоу-программу. Сама шоу-программа будет состоять из интереснейших выходов, которые будут и танцевальные, и динамичные, потому что там на проекте в самой локации выстраивается очень большой подиум, где девушки могут двигаться, танцевать, играть, перевоплощаться. Вот это все, конечно, та динамика, которая сейчас только собирается. Поэтому могу сказать, что будут зрители, которые придут в зал, им будет это очень интересно, потому что это все в такой атмосфере на 4000 квадратных метров, где что-то везде будет происходить. То есть это огромное пространство, которое заполнено будет такими очень интересными яркими пятнами, я б сказала. А як щодо зірок? Чи будуть сьогодні, точніше 10 грудня, ось такі феєричні виступи, ну вже знаменитих стей? У нас будет целый концерт в рамках мероприятия. Будет концерт Романа Руссо и его бенда. Они будут исполнять полностью весь концерт. То есть не будут у нас между номерами или как один-два выхода. То есть это будет большой полноценный концерт. То есть зрители смогут насладиться и концертом, зрители могут увидеть конкурс, зрители будут интерактивно задействованы в очень многих конкурсных заданиях. То есть такое новшество. И для зрителя будет много призов, сюрпризов, потому что мы хотим, чтобы было интересно всем провести красивое время и получить удовольствие, эстетическое удовольствие на такой площадке, как казино «Фёрст». Не можу не поцікавитися, який ж приз чекає на переможницю. В этом году у нас приятные сюрпризы для наших девушек, кроме, скажем так, обычного привычного для девочек подарков, сюрпризов и так далее. У нас в этом году для победительниц есть призовой фонд финансовый, достаточно высокий. Это то, что может позволить каждой девушке, кто выиграет этот тот или иной титул, во-первых, начать, может быть, свое дело. Во-вторых, может быть, осуществить свою давнюю мечту. Ну и вообще, как бы вот мы давно хотели бы, чтобы можно было чем-то еще помогать девушкам, кроме продвижения по конкурсному направлению. И в этом году у нас есть такое тоже интересное новшество. Мы каждой участнице предоставим лист вакансий. Потому что каждая из девушек, если это 21 год, вы же понимаете, уже получила образование. У нас есть экономисты, медики, юристы и другие профессии, педагоги, психологи. То есть и каждая из них наверняка уже имеет работу. Возможно, мы предложим более интересную для нее работу. Может быть, кто-то в поисках сейчас работы, и она сможет получить эту работу. Поэтому вот это тоже новшество, которое у нас есть. То есть мы даем мотивацию девочкам для того, чтобы они могли и развиваться, и хотеть быть и полезными, и интересными обществу. Плюс у нас по окончанию финала конкурса на начало года вместе вот с Ассоциацией лидеров устойчивого развития намечена большая благотворительная акция, которая будет направлена на то, что многие женщины, которые работают творчески, что-то создают, художницы, скульпторы, которые делают что-либо руками, мы будем проводить благотворительную акцию совместную, и тоже деньги будем направлять на тех женщин, которые, девушек, женщин, которые потерпели уже насилие в семье, понимаете? То есть это на самом деле очень большая актуальная проблема, которую мы в этом году затрагиваем, права женщин. Як щодо карантинних обмежень, тому що Одещина наразі все ще перебуває у червоній карантинній зоні, як з цим справи? Ну, конечно же, у нас на мероприятии, как и
во всей стране будут все те же правила, которые действуют в той зоне, в которой мы будем находиться. Сегодня мы еще в красной зоне, может быть, дай бог, уйдем в другую зону, более смягчающие карантинные методы. Но насколько я читаю вот в прессе, в новостях, что особо не будут смягчать, потому что проблема есть, и, конечно же, нужно ее придерживаться всех правил для того, чтобы ее не распространять, ну, лично каждому человеку. Да? Поэтому все то, что касается карантинных мер, у нас все будет предусмотрено. И сейчас на репетициях мы очень за этим следим. Поэтому я очень надеюсь, что когда-то мы забудем все об этом страшном периоде, которым столкнулось человечество. Не можу не поцікавитися про ваші книги. Першу ви видали у 20-му році, другу – у 21-му «Модель за залізною завісою. Краса як обіцянка щастя». Ви надихнулися саме конкурсами краси, коли їх писали? Чи що це було? Чи, можливо, ви сумували за конкурсами, які не проводилися в 19-20 році, і вирішили ось так от вилити все книгу? Ну, первая книга вышла в 2012 году. Ну, я читала про «Останнє». Да, это была первая книга, которая также называлась «Красота как обещание счастья». В ней собраны рассказы, которые выстроены на реальных историях из жизни бывших участниц конкурсов красоты. Там есть и счастье, и любовь, и разочарование, и первый опыт. И, к сожалению, трагические ситуации есть, потому что жизнь приносит свои коррективы и в судьбы каждого человека. И она, цель книги — показать, что несмотря на то, что ты сталкиваешься в жизни с сложностями, нужно уметь правильно к этому относиться, подходить и уметь выходить из сложностей. И для читателя, который, как правило, мы все учимся на своих ошибках, да? Мы хотели, чтобы, ознакомившись с этими историями, которые изложены в книге, читатель мог потом все-таки учиться на чужих ошибках, а не на своих. Чи можна назвати цю книгу інструкцією для майбутніх учасниць конкурсу від вже міс Одеси, міс України, з ким ви спілкувалися? Я думаю, что эта книга интересна будет не только участницам конкурса. Почему? Потому что ведь все истории, которые там описаны, это истории из обычной личной жизни каждой девушки. Ну да, они были участницами, но ведь каждая девушка сталкивается с теми же проблемами, с теми же ситуациями, похожими, как у наших героинь. Поэтому, когда мы в прошлом году издали уже вторую книгу «Красота как обещание счастья», конечно же, там были тоже истории как бы продолжения других уже участниц, других личностей. Ну, а книга «Модель за железным занавесом», вот то, что меня лично вдохновило, да, это моя работа, начиная с конца 80-х годов в Одесском доме «Модель». И вы знаете, когда прошло время, я поняла, что в Гугле, например, вообще ничего нет об этой структуре, как будто бы ее не существовало. А Одесский дом модели — это был один из лидеров. Это была структура, которая одевала одесситок, одевала пол Советского Союза, и там были художники-модельеры великолепные, там были и первые фотографы, и самое главное, первые манекенщицы, которые тогда назывались демонстраторами одежды. И о них ничего, о людях ничего. И я поняла, что нужно срочно, быстро собирать всю информацию, общаться с теми, и общалась с теми, кто еще, слава Богу, жив, кто мог что-то поделиться опытом, рассказать, вспомнить о ком-то. То есть все фотоматериалы, которые были в личных архивах, в моем личном архиве, всех коллег, с которыми я работала в 80-х годах. И начиная с 58-го года, вот эта вся информация потихоньку собиралась. К сожалению, вот книги уже 2 года, и, вы знаете, даже за это время уже многих не стало. Время уходит, а герои уходят, но я счастлива от того, что я смогла оставить информацию, память об этих людях, о художниках-модельерах, конструкторах, манекенщицах, директорах нашего Одесского дома модели. И, кстати, там не только Одесский дом модели, там все швейные производства нашего города. То есть это та ниша, которая вообще была никем никогда не исследована. Ну вот не, так сложилось. Но теперь есть книга, и я могу спокойно сказать, что вот я просто счастлива действительно.
Дякую вам велику за розмову, що ви прийшли до нас до студії, завітали, поділилися інформацією. Для наших телеглядачів я нагадаю, що Міс Одеса 2021 відбудеться 10 грудня. До нашої студії завітала Тетяна Савченко, президент Національного комітету Міс Україна-Південь. Мене звати Крістіна Чернавалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.